Добрый день! Сегодня предлагаю рассмотреть тему, как закрыть карту польского банка, находясь в Украине. К нам достаточно много обращается граждан Украины, которые ранее были на работе, работали в Польше, вот, и по окончанию своих контрактов или же каких-то сезонных работ они уезжают в Украину и с собой забирают карты польских банков, вот, и при этом всем не закрывают эти карты, и на эти карты начисляются комиссии за обслуживание, появляются минуса, долги на карте, вот, которые потом в будущем негативно будут влиять на возможность вами открыть вторую карту в Польше, если вы второй раз поедете. Вот, поэтому, если у вас есть карта на руках, вы находитесь в Украине, карта польского какого-то банка, то лучше ее закрыть, чтобы не было никаких проблем, когда вы второй раз поедете в Польшу. Итак, хочу сразу сказать, что если вы находитесь на данный момент в Польше, то после того, как вы уволились с работы или же увольняетесь с работы, идите и закройте карту лучше на территорию Польши. Это будет намного проще, быстрее и правильно. Но все же, если вы так получилось, что ваша карта находится с вами в Украине, она не закрыта, вот, то я вам сегодня покажу 3 способа, как закрыть карту польского банка в Украине. В продолжении данного видео прошу подписаться на наш канал, нажав красную кнопку подписаться, затем колокольчик. Также прошу поставить лайк под этим видео. И если у вас будут вопросы по данной теме, пишите в комментариях под видео, мы постараемся как можно быстрее на них ответить. Итак, первый способ — это непосредственно зайти в интернет-банкинг, свой личный кабинет банка, который обслуживает вашу карту. Да, соглашусь с тем, что большинство держателей карт польских банков не зарегистрированы в никаких интернет-банкингах, а просто получали деньги на карту и снимали их в банкомате или рассчитывались в магазине. Вот. И даже и не думали регистрироваться в интернет-банкинге. Но все же, если же вы зарегистрированы в интернет-банкинге польского банка, зайдите в него и закройте карту. Вот пример. Как закрыть карту в интернет-банкинге ПКО банка. Это пример на ПКО банке. Приблизительно такая же возможность есть закрытие карт и у других банков. Второй самый распространенный метод — это непосредственно написать заявление о закрытии карты и отправить непосредственно в банк. Хочу сказать, что перед тем, как закрывать эту карту и писать заявление на закрытие, эта карта у вас должна быть погашена, если у вас есть задолженность. Очень многие спрашивают, а как закрыть, как погасить карту, если у меня там минус 30 злотых там задолженности, как мне пополнить эту карту. Скажу сразу, что в Украине не получится пополнить эту карту. Не получится во многих банках. Вот. Есть в Украине польские банки с польским капиталом, такие как Кредо банк и Идея банк. Вот. И вы можете обратиться, ну, лучше, конечно, в Кредо банк, вот, обратиться к ним и сделать перевод на вашу карту и погасить долг. Или же воспользоваться таким инструментом, как TransferGo. Вот он как пишется. Вы можете зайти на этот сервис, зарегистрироваться и перевести деньги на вашу польскую карту с любой украинской карты. В данном сервисе будет возможность с вашей гривневой карты перечислить гривну, а на польскую карту будут зачислены злотые. Вот. И в таком случае очень мгновенно, быстро делается перевод на польскую карту и погашается минус, который есть на этой карте. Итак, если у вас все-таки минуса нету на карте, задолженности нету, то вы пишете вот такое заявление такого формата. Можете его прям сделать принтскрин с экрана этого и распечатать и заполнить. Вот. И когда вы его заполните, поставите подпись, то вам нужно отправить на юридический адрес этого банка. Вот, к примеру, юридический адрес ПКО банка. Вот. И вот эти заявления отправляются именно туда. Ну и еще есть один способ. Я, если честно, приверженность такого способа живого общения. Это непосредственно позвонить на горячую линию ПКО банка. Хочу обратить внимание ваше, что достаточно много польских банков, в том числе ПКО банка. У них на горячей линии есть украиноязычные консультанты, которые могут с вами поговорить и объяснить вам, как сделать правильно и как закрыть правильно вашу карту. И если же все-таки вы отправили это письмо им на юридический адрес, консультант может попросить вас отправить каким-то другим способом этот перевод, например, на личную почту. Это заявление на закрытие, я имею в виду. Вот, и тогда можно решить этот вопрос. Хочу сразу сказать, что в телефонном режиме карту вам не закроют. Обязательно вы должны отправить им заявление. В окончании данного видео прошу подписаться на наш канал, нажав красную кнопку подписаться, затем колокольчик. Также прошу поставить лайк под этим видео. Если у вас будут вопросы по данной теме, пишите под данным видео в комментариях, и мы постараемся как можно быстрее на него ответить.